Давай. Лава есть, малышок? На халяву не подвозим. Дергай дальше, малышок. Что там хнычешь? Не кипишуй, серый! Брайзер дома? Привет. Нет его, в Москву отъехал. Брайзер твой какой-то мутный чувак. К нашему дружбаны тянет, а он фейсом воротит. Во что, в деревне все такие крызанутые? Где это ваша хренова Кукуева? Далеко. Далеко. Раз Брайзер нет, одевайся давай, поехали. Куда? В бизнес-тур. А Брэки Ген лужаки замочили, слыхала? Не слыхал. Я не могу, у меня Леха. Подержи-ка. Принцесса, от кого это колышет? Не едешь, башляй! Один раз отмажешься стольник, другой раз пятихатка. И все чихпок, а мне плевать. Нет у меня денег-то, и никуда я не поеду. Сейчас мы посмотрим, как ты это кнышу втирать будешь. И серого заодно порадуешь. Принцесса, по-моему, у тебя проблемы. Не ори, поеду я.
Я смотрю, ты быстро догоняешь, принцесса. Сейчас только Леху соседке оставлю. Дай сюда мою Варьку! Не трожь ее, говорю! На, не хнычь! Нужна мне твоя Барби. Ну ты конкретная принцесса. Ладно, погнали. Принцесса, а ты памперсы не забыла? Забыла. А ты чё, типа памперсы носишь? Да не ей, малышок, а кукле. Катила. Беспонтово. Мы из-за одного рогалика чуть не обломались. Нормалек. Ну чё, рыж, принёс? Всё тут. А тебя на нычке никто не выпас? Да никого там не было. Без базара. А я один раз иду, меня типа двое ментов стопорят. А у меня на кармане типа дурит два стакана. Но я ему говорю... Кулёк, не гони. Я к тому, что, может, типа воткнёмся, а кныш, перед разборкой. Чё, Кулёк, обрыков боишься? Заглохни, Тина! Мы рентгена обрыков не боимся. Мы их мочим. Рыжий, ты затарился? По полной. Сейчас тормознемся, малышки. Шинель номер 5. Да не буду я. Окей, принцесса, не нюхай. А то у тебя еще нюхало склеится. Гляди, чтоб у самой ничего не склеилось. Траванись, принцесса. Не пожалеешь. По кайфу будет. Thank you.
Чо ён там тянется, Каренчик? Может, за грабли? А, Вартанчик? Без мазы, князь, кипи же нет. А ну глянем. Шустрее, шустрее, малышки. Рыжий, мы как забиваемся? Через час, на нычке. Вы куда? Отвезите меня домой. На ножках прокатишься, для здоровья окей. Чё ты к ней докопалась? Не видишь, её прёт ещё? Пойми, принцесса, тачка палёна, мы её кидаем и забываем. Врубаешься, малышок? Иди прямо, потихоньку, и дотопаешь до своей хаты. Разбежались по-бырому. Я б тебя довёл без базара, но мне пушки сныкать надо. Дебил, на игрушку подсел. Карен! Каренчик! Ночью ломтик лунный брызги, оловянный дождь к обеду, на крахмаленные крылья, парусиновые песни. Чурбан! Карен, беги! Каренчик! Сзади, Карен! Каренчик! Карен! Живете. А ты, тварь, с черножопом шляешься! Своих мало! Меньше кушаешь, и хуже будешь. Пошли. Ты мне, сволочонок, ты откуда такая? Из Лузановки мы. Неделю как перебрались. А ты откуда? А мы тут 3 года уже торчим. А еще у нас в зоопарке слон был. Здоровый, всем хобот давал. И ты брал? Я нет, вонючий он очень был. Ты чего? Я вон там и живу. Да ж не пойду. Там твои рентгеновские. Так ты что, обрек? А ты что, не видишь? Это ж твои, тебя ищут. Ну и пусть ищут. Это хорошо, что ищут. А чё ж ты с ними не уехал? Гулять ещё хочу. Пошли. Стой, тебе ж туда никак нельзя. Поздно, ваши уже спят. Пошли. Где я влазит, ты, Каренчик? Шорт его ведает. Давай мимо вокзала проскочим.
блестящих люблю. Spice Girls. А больше всего я люблю Иру и Жову. А тебе она нравится? Ну, ты знаешь, вообще-то мне некогда музыку слушать. Да ты что, она такая классная. Я тебе обязательно дам. Ты сразу забалдеешь. Я когда ее слушаю, всегда балдею. Ты видел, кого-то замочили? А я знаю, я Фарида целил. Замочил или нет, не видел. Ты тачку гнал на полную, без базара. Да нормально я ехал, не больше двадцатки. Тебя глючило. Вы тут? Чуркистан приехал. Полная тачка. По району типа шарится. Уже? Малышок, походу, ты правда Фарид замочил. Кулек, двигай за серым. Через 10 минут у Ленина. А еще у нас речка Серебрянка есть. А ты с моста в нее ныряла? У нас нет моста, она мелкая. Жалко. А то я сильно нырять люблю. У нас дом прямо рядом с морем был. Ты что тут отрицаешь, принцесса? А Брэки наехали, видала кого? Пойдем с нами. На кой она тебе? Ее еще не отпустила. Видишь, непонятка стоит. Домой иди, принцесса, без базара, домой. Принцесса, я здесь. Здесь я. Текай скорей. Эй, ты что тут видишь, принцесса? Че тормозишь? Кныш сказал, чтобы вы быстрее шли. А ты че? А мне Кныш сказал домой идти. У меня голова кружится. Ну ты конкретная принцесса. Бодр, чума, погнали. Обломалась ты, принцесса. Сейчас у меня эти обреки по всему городу разлетятся. Четко. Ну ты что там, граната? Вылази давай. Пустырь за вокзалом, знаешь? Угу. Завтра в 3 сможешь? Угу. Ну давай тогда до завтра. Да, а почему тебя принцесса зовут? Вообще-то меня Юлькой зовут. Принцесса тоже хорошо. А меня Каре! Да знаю я, беги! Лёха, ты откуда это взял-то? А, Лёха? Ага, иду. Приветики. Привет, Кать. Звон идёт, тебя вчера на разборке брали? Ага. Прикольно, мать. Кать, а чего у Серого с рукой? В ноябре еще оторвало. Сеструха его, граната, столько пороху, в самопал зафигачила. У этой гранаты вообще башки нету. Слышь, а к тебе менты еще не приходили, а? Не. Придут, значит, смотри, не облажайся, у меня уже были. А я че? Меня ж там не было. Ты же только самых крутых взял. Да? Прикол. Приветики, дядь Петь. Виделись уже. Иди на кухню посиди, а мы тут с Юлей покалякаем. Ну, Юля, рассказывай, где папка с мамкой-то? Ясно где, на работе. Коттедж кому-то делают. Завтра приедут, у них выходной. А брат? А он еще вчера зачем-то в Москву отъехал. А дядька пишет, когда вернется? Вроде на полгода нас пустили. Одна хозяйствуешь, значит? Ага. Ну, а вчера вечером где была? Дома, где ж еще? С Лехой. Дома, значит. А соседка говорит, что ты с 8.15 до примерно начала 11 Леху ей оставляла. Неувязочка. Так по телеку ж фильм интересный шел. А Леха смотреть не давал. Я его отнесла.
Фильм, говоришь? Какой такой фильм? «Бедюшник и король», музыкальный, про Одессу. Хороший фильм, жизненный. Только фильм этот музыкальный про Одессу полдесятого кончился. Так я пока убралась, пеленки постирала. Вон висят, они небось уже просохли. И вправду висят. Стало быть, никуда ты из дома не выходила, никого не видела и ничего не слышала. Не, а что надо слышать-то? Никто ничего не знает, никто ничего не видит. Только неизвестно, почему трупы через день появляются. Так, Захарова, вот тебе телефон. Вчера в городе опять разборка была. Если что узнаешь, звони. А у нас телефона нету. Из автомата позвонишь. До свидания, дядь Петь. Будь здорова. Ну, мать, вот прогон. Он тебя разводит, а ты про кино, да про пеленки втираешь. И Леха вовремя орать начал. Да я его ущипнула чуток. Во, прикол. Слышь, Кать, мать велела к ним в контору сбегать. С Лехой побудешь? А чё, прикольно. Хоть выдрыхнусь у тебя. Вон пеленки. Будет орать, молоко и каша в холодильнике. Слышь, а твой папаня сегодня точно не прикатит? Нет, выходной это завтра. А-а-а. Тогда вали. Едет к морю. Я скоро тоже поеду. Когда? Когда денег нарою. Спасибо тебе, мне очень нравится. Что нравится? Ты чего? Подарок твой мне очень нравится. Какой? Ничего я тебе... Не... Пронесло. А кто это? Это Фарид с князем. Самые крутые у нас. Они для Бяша наркоту толкают. А твои рентгены для Бяши тачки угоняют. Он им нехило башляет. А кто это Бяша? Да вон, только что подъезжал. Бяша весь город держит. Бяша это все. Бяша это трындец, ясно? Ясно. Что случилось? Уходи, неудачное место выбрали. Завтра на пруд поедем, согласна? Конечно, согласна. Тогда на автостанции в 10. Хорошо. О, Карен, в натуре, ты чё тут? Тормозните, ребят, там целая шобла ментов, не ходите туда. Не потягнемся, Каренчик? Да, считай, перевели ментам мазу. Вы чё тут? Стрелка с Бяши была. Бяшу сегодня добрый. Почему? Кенгуру купил. 2 штуки. Зачем? Для прикола, дура. Это что, кровянка? Ох, это точно, Люба моя. Вон, банку порошили. Карен, тебя глючит. Точно, глючит. Эй, дядь. Ему
говорю, ты раствор нормально сделай, ведь работать невозможно, забросать ничего нельзя, как сопля все течет. Ха, явилась! Ты с кем Леху бросила? Да с какой-то девкой больной. Отец только вошел, она тут же за дверь. Вы же должны были завтра приехать. Завтра? Завтра мы на другой коттедж переезжаем. Есть будешь? Не голодная. Закуску нам приготовь, жрать охота. Наливай, Паш, что сидишь? Макс, стаканы давай. Сам возьми, ни хрена не делаешь, а мать уставшая. С утра до вечера напахалась неделя. А что мне делать? Все равно в городе никакой работы нет. Наливай, Паш. Повези меня за море. А лодочки, как чайки, качались над волной. И пенилась волна, и пела нам она. Вдвоем нам будут ближе чужие берега. Еще раз такое отколешь, я тебе морду разобью. Любимый мой родной, Возьми меня с собой, а лодочки, как чайки, качались над волной, и пенилась волна, и пела нам она. Вдвоем нам будут ближе чужие берега. Как же тебя зовут? У тебя лапки белые, но я тебя все равно буду звать Черныш. Вот что, малая кошатина. А ты мальчик или девочка? Сейчас позырим. Мальчик. Во, прикольный кот. Его Черныш зовут. Клево, откуда он тебе? Человек один подарил. Кулек, что ли? Почему кулек? Ты он озабоченный, ко всем подкатывает. Мне глобус припер. А ты че? Да на ком мне кулек с глобусом? Я его послала. Да ты что? Ага, в жопу. Сеструха моя, Юлька. Которая? Вот это. Ты где кошака взяла? У нее лишая нету. Да нет у нее ничего, отстань. Ладно, мы тут не очень-то. Нам это... В общем... У нас тут бизнес, короче. Ты это... Проходите. Кто это с ним? А я знаю, у него каждый день новые. Кать! Катька, ты чего? Погляни, что никому не скажешь. Пардой буду, если кому скажу. Меня очень пристает он ко мне. Как пристает? Вот так же. Как мать ночную, так нажрется и ко мне. Не могу я больше. И свалить некуда. А мать знает, а, Кать? Да ты что? Она меня тогда совсем прибьет. Она же без него жить не может. Можешь помочь? Мне пушка нужна, я его замочу. Я уже все обмозговала, меня никто не вычислит. А на шум может не получиться, я вообще-то слабая.
А Кныш пушку не дает. Я уже пробовала. Такую пургу гнала. Все, бисбант. Катя, постараюсь. Катя, я поговорю с одним человеком. Отстань, Черныш. Нож надо. Двумя пальцами. Легко. Ты втыкать его типа прямо в сердце. Кулек, а потом... затухни. Нож в горло. В грудак непросто. В грудак надо ум иметь. Пушку надо иметь. Ну пока ты пушку. Фигня. Граната четче. РГД-5. Слышь, граната. РГД-5. Это типа че? Противопехотная, осколочная, дятел. Радиус разлета 25 метров. Вались я на пол, быстро! Это класс! Валим! Мы сейчас тут все надроемся! Так, лохи, кулек! Заловим рентген, а, Фарид? Да ну, Лёлька, блом. Они в натуре свои отхватили. А чё они лезут? Мало им было Генки Жакея. Это тебе всё мало. Сама знает. Генку в натуре мочить не хотели. Случайно вышло. Мазай, смотри, тебе с Кнышем потрещать. Чего делить? Кора, говорят, у Бога всего много. А ещё говорят, барана режешь, прости, не просишь. Поехали. Я в облаках, туда, в каких не был краях. И куда лечу, не знаю я. Где нету конца, края конца, я вновь лечу туда. Стынет от ветра душа моя. Улыбаюсь я в небе, в облаках. Солнце в голове, а земля в ногах. Спущусь я подивиться, как летают птицы, как встает заря. Как встает заря, где родился я. По небу лечу, с гордостью я сам себя неся. И куда лечу, теперь знаю я. Теперь все равно, что нет ничего, что дома нет, нет суеты. На все тьфу-тьфу с высоты. Улыбаюсь я в небе, в облаках. Солнце в голове, а земля в ногах. Спущусь я подивиться, как летают птицы, как встает заря. Как встает заря, где родился я. По небу лечу, я в облаках, туда, в каких не был краях. И куда лечу, не знаю я. Где нету конца, края конца, я вновь лечу туда. Стынет от ветра душа моя.
улыбаюсь я в небе, в облака. Солнце в голове, а земля в ногах. Спущусь я подивиться, как летают птицы, как встает заря, как встает заря, где родился я. Пусть у тебя будет. Еще надыбаю, вместе на море поедем. У меня в доме жить будем. Люди говорят, там теперь тихо, жить можно. А чего вы не возвращаетесь? Родители говорят, что здесь уже привыкли, а я не привык. И я не привыкла. А мы котенка нашего возьмем с собой? Я его Черныш назвала. Хорошее имя, необычное. Конечно, возьмем. Раз скоро уезжаем, ты должна к нам в гости прийти. Какие гости? Зачем? С родителями тебя буду знакомить. Обычай такой. А то когда их теперь увидим? Давай завтра с утра, в 10 часов. Или ты не согласна? Ты что, Карен? Конечно, согласна я. Ты можешь для меня одну вещь сделать? Могу. Мне пистолет нужен. Зачем тебе? Я не могу сказать. Клятву дала. Это не для меня, а для моей лучшей подруги. Я обещала. Это очень трудно. Очень. Но для тебя я сделаю. Правда? Ага. Классно. Ты такой конкретный, Карен. Ты думаешь? Чё дверь открыта? Кс-кс-кс-кс. Черныш, Черныш, ты где? Кс-кс-кс-кс. Чего орёшь? И без тебя голова разламывается. Лёха спит? Спит. А где Черныш? Где Черныш? Дай пивка попить. Где мой Черныш? Танька твоего кошака забрала. Говорит, у нее мышей много развелось. Какая Танька? А я знаю. Говорит, с Москвы. Где она живет? Откуда я знаю? Я ж с ней не по переписке познакомился, а в электричке. Я тебя убью. Че ты ноешь? Хочешь, я тебе завтра другого куплю? Тело, и ты со мной взлетаешь смело. Мы летим в объятия счастья.
И за долгими морями мы будем жить, и будет с нами вечная любовь, моя принцесса. Ты закроешь глаза, улетишь в небеса, и я дам твой повеса, и я буду кружить тебя, танцы неся. Небо небесная принцесса. И мы бежим, бежим по краю, не ведая, где ложь, где правда. И потому легко летаем, и нам не холодно, не жарко. И за долгими морями мы будем жить, и будет с нами вечная любовь, моя принцесса. Ты закроешь глаза, улетишь в небеса, и я дам твой повеса, и я буду кружить тебя, танцы неся. Небо небесная принцесса. Не волнуйся, мы уже дошли. А я и не волнуюсь. Это мой дом. Эй, Касс, звали Мартин. Вартан? А, Карен, что за дела, Вартан? Мать, опять не шралась. Эй, сава койт. Эй, си махчикна. Карен, охерки честер сэль. Асум, ты кайс корцер кахчикан. Ес пити цанотасне миран, им цанухнели хэд. Ду гидеш чем эр ададнере. Хасканум эм кес. Ес дес чем хангари, ес кес чем тесэ. Мерси, Вартан. Сгушайхи. Без маза, Карен. А что он тебе сказал? Что у него мама заболела, и он пошел в аптеку за лекарствами. Нам сюда. Ты родителям понравишься. Чига, чига. Тохара, тохара. Аранский гиде. Мама! Папа! У нас гости! Нет никого. Сейчас у соседей узнаю. Арбузы привезли. Все на разгрузке. Хорошие деньги обещали. А это ваш дом? Да, вот это я, вот дедушка, вот мое окно. На втором этаже жить будем. Там пахнет лучше. Или ты не согласна? Конечно, согласна. И море лучше видать. А оно зимой замерзает? Зачем? Я на фигурках хорошо катаюсь. Бывает. Сейчас нужно денег срубить. Варит поможет. А это опасно? Жизнь полностью опасная вещь. То, что обещал. Класс. На один день взял. Хватит? Конечно. Спасибо тебе. Рыжий какой-то странный. Так все время смотрит на меня. Так странно.
Да он по жизни странный, где живет, никто не знает. То на нычке спит, то всю неделю где-то лазит. Потом приходит весь такой прикинутый, шмотки крутые. Хавчик приносит отбойный. Ну, короче, приколы с ним. Кать, мне тебе кое-что сказать надо. Ну? Поклянись, что никогда никому не скажешь. Могила. Чтоб не падлой быть. Тот человек, у которого я пистолет брала, ну, он... Мы с ним... Привет, Чувихам. Какие проблемы? Привет. Никаких, Кныш. Куда двигаете? Да понимаешь, малышок, хотим в Москву сорваться. А то уже тут торчать припухли. Год полтора на Манежную площадь посмотреть и обламываюсь. Говорят, 3 этажа под землю роют. А меня прибило с университета посмотреть. Я по ящику типа панораму видел. Такой кайф. Я в музей. Прикольно. В какой музей, Серый? Вооруженных сил. Граната просила. Ну, у вас и программа по культуре. А что без стенок, Кныш? Она бы тоже Москву. Закрой пасть! Звони ментам и в скорую! Здесь не светись! Ментовку загребу! Сосал! Что случилось? А ты не знаешь. Может, и ты в этой машине сидел? Может, ты тоже стрелял? Ты в кого целил? В Кныша, в Катьку или в меня? Не вышло меня замочить? Ты мне теперь ролики подаришь? Пистолет верни. Верну, не волнуйся. И больше твою рожу кавказскую никогда не увижу. Правильно Кныш говорил. Все вы зверьё. Чё вы к нам понаехали? Ну как ты, Кать? Повезло еще. Кныша уже 3-й час оперирует. Потом меня. Больно. Нормалек, столько вкатили, ничего не чувствую. Прикол, да? Кать, мне пистолет вернуть надо. Он на полке между учебниками. Лучше не ходи, к тебе очень докопается. Пойду. Тогда кролика моего захвати. Под подушкой лежит. Узнаешь, у него одного уха нет. Прикольный такой. Захвачу. Ну-ка, отойди, милая. Ага. Давай, Жень, перекинем ее. Осторожненько. Поехали. Эй, вы что меня вперед ногами выкатываете? Ужались, что ли? Во, прикололись. Право, 2, нехорошо. Ага. Извини, подруга. Ну? Давай. Не ходи с нами, девочка. Ну что там, Тина? Его уже прооперировали? Хреново дела, принцесса. Костоправы говорят, все урайт, только я им не верю никому. Они все тут ничего не понимают. Ну ничего. А Брэком за Кныша по полной обломится. Сержа забил стрелку с рентгенами на 8. Это кто это таких симпатичных маленьких девочек в реанимационное отделение пустила, а? А ну-ка, деточки, по домам.
Там мамочки, папочки, дедушки и бабушки. Все волнуются. А, деточки? Шла бы ты, корова очкастая, за крышу присмотрела. А если еще проглядишь, сразу начнешь пенсию получать. По инвалидности врубаешься. Хлебал-то закрой, а то очки проглотишь. Короче, принцесса, у твоего дома типа брек шарился. Я его выпас и к Серому. А Серый мне говорит: Кулек, на тебе ствол, пойдем сейчас его типа замочим. Это Серый мне так говорит, да. Ну и что вы с ним сделали? Чё всегда, типа ранили и убили. Я спрашиваю, что вы с ним сделали? Ты чё, принцесса? Чё ты завелась-то? Я хочу знать, что они с ним сделали. Чё ты напрягаешься? Ничего мы с ним не сделали, смылся он. Это у нее после катки типа башню срывает. Короче, Тина, я что хочу сказать? Я этого брека не первый раз тут вижу. Че он у нас тут лазит, а, принцесса? Не гони, Кулек! Приткнитесь! Разговор есть. Никуда твой брек не денется. Скоро ты заложишь. Че, Бондарь? Косой на стреме, я его припряг. Не парься, Серый, все нормалек. Притухли! А бреки достали! Надо мочить! Усекли? Всех! Без базара, Серый. Надо к ним валить, прямо к баракам. Под ночь, часов 10, когда все там. Чтоб поначалу ничего не просекли. Да ты типа чё? Там этих чёрных человек 100 живет. Фуры с арбузами пришли. Мне батя сказал, что для всех кавказцев там геморроя ночи на две. Yes! Значит, похатов никого. Только Фарид с абреками. Это ж крутизна. Ты же прикалывался? Это канает. Тебе чё, граната? Я кино смотрела, там мужик по почте бомбы отправлял, всех четко мочила. Я тут прикинула, на бандероль всего-то 28 килограмм тротила надо. Чемодан у меня есть, полгорода разнесет, четко, да? Стухни, граната! Короче, накрываем по хатам, мочила вот там. Я, Косой, Бондарь, Чума, две тачки в 9, здесь. Кулек, всех рентгенов сюда. Рыжий, стволы. Без базара, Серый. Я их клёво сныкал. Песка не будет. Трындец Чингистану. Трындец. Подтягнулся! Сама принцесса Шкарангеновская! Шаго такое шасси! Нам, дурням, аж целая принцесса обломилася! Чем обязаны, ваше высочество? Я хочу предупредить... Я нахоча! Кого ты хочешь, Люба моя? Выбирай! Князь, я сбегала у принцесс чисто по жизни, кровь голубая! Легко! Проверяется легко! Рентгены завтра... Рентгены! Да я знаю, где твоих рентгенов вертел. А бреки тебе не у кайф. Тебе рентгены дуже катят. Ну, рентгены это завтра, а мы сегодня. Хватит, князь. Весьма за сказать хочешь. А кто ее трымая? Давай, принцессочка Люба моя, базар. Мы все внимательно тебе слухаем. Рентгены завтра... А чё ты на ногах не стоишь, принцессошка? Обкуренная, наверное. Погоди, князь, не надо. Бартанчик, ты сячёшь? Я на только одно слово знаю, рентгены, других не ведая. А мне это слово, принцессочка, чё-то не аукай. Держи, сучку! Что есть конченый мастер шанахчик? Кабарнеке! Кабарнеке! Стой, принцесса чёртова! Стой, дура!
чё этот кулек? А ничего. Так, типа повазаем? Ну? Я тебя с Абреком давно выпус. И никому ничего. Въезжаешь? Не. Ну мы с тобой теперь будем. Типа как Кныш с Тиной. Ну типа girlfriend. Сечёшь? Mm-mm. А то я нашим разбазарю. Триндец тебе будет. Ну типа чё? А ничего. Пошёл ты в жопу, кулек. А я не тороплюсь. Ты типа прикинь пока. Все равно мы завтра твоего брека замочим. Паш! Чего? С Лехой побудь! Я скоро вернусь! Ты кто? Юлька, Катькина подруга. Заходи. Где чья? Катька просила ей в больницу конфет принести. А что она в больнице-то делает? Операцию там сделали. Операцию? Какую операцию? Ты вообще кто такая? Я тебя что-то раньше не видал. Ты ничего, симпатичная. Это что, конфеты? А ну-ка, отыми. Угостишь? Угощу! Ты чё, сдурела? А ну иди! А ну положь! Я сказала иди туда! Ну иду я, иду! Чё ты, психовня? Сели бы чайку попили с конфетами! Заткнись! Ну, ты, ну? Иди дверь открывай! Иди в ванну! А? Помойся, а то от тебя воняет! О, дура, вняй! От горшка до горшка ешь вняй! Жизнь проживешь еще не так звняй! Замололи! Как же! Помоешься тут, когда воды со вчера нету. Урод, меняй. Тут Беша на меня в натуре наехал. Говорит, что у него Карен пушку увел. Да будет тебе. Каренчик чё, совсем сдвинутый? Да ладно, Фаридик, ну ты Бяшу гонит. Ты Бяшу знаешь, он просто так не наедет. Пушка в натуре позавчера ушла, а Карен там позавчера и лазил. Бяшина баба его выпасла. Да, с Бяши такие дела не прокатывают. А я про чё? Я хотел его отмазать, но Бяша в таком напряге, что всё без мазняк. Видеть Карена хочет, дело уже не в пушке. Теперь Бяша меня напрягает, чтобы мы Карена ему завтра выставили. Бяшина братва его уже ищет. Зарежет его. Ха. Понятно, не плов хавать зовут. А чё к нему полез? У вас чё не взял?
Да он к нам подкатывался. Я говорю, зачем тебе? А он, не себе беру. А кому, не сказал. Мы и не дали. Где он сейчас? А я его утром видела. А его строй нету. Есть маза, он уже врубился. Он не вернется на хату. Надо его отрыть, пока Бяшина братва его не выловила. Ему мотать отсюда надо. Ха, покуда Бяша заспокоится. Не стебай, Бяша ничего не забывает. Разбежались. Ты на рынок, ты на Бродвей, а мы у вокзала пошаримся. Погнали, 15 минут осталось. Не поеду я. Ты че, вообще кризанулась? Не могу я. Брат отъехал, соседки дома нет. Леху не с кем оставить. Я Серому скажу, ты вообще не отбашляешься. А сколько надо? Да за такие дела. Тут такса другая. Пятихатка. Догоняешь? На! Ты так в легкую бабки отстегиваешь. Тебе кныш с Катькой по барабану, да? Я тебя сразу просекла. Тебе люди пофигу. Тебе реальное погоняло дали. Принцесса! Дяденька, вы на первом этаже живете? На втором. Нормаляк, четко. Что такое, в чем дело? До второго я гранату четко доброшу. Будет тебе граната. Метеобюро Москвы 29-31. Дождя не будет. Лето, пора отдыха и путешествий. Куда бы вы ни отправились в эти дни, в Подмосковье вас ждет солнечная погода и приятный отдых. Прекрасная погода сейчас царит и на Черноморском побережье Кавказа. В Сочи вода в море прогрелась до 25 градусов, воздух до 28 градусов. Рыжий, тебя чего, отпустили? Все понятно, без базара. Правильно, значит, кулек с Тиной говорили. Это ты всех сдала. Принцесса, ты себе такие проблемы на жопу повесила. А что, всех отпустили? А нас и не взяли. Ни Серого, ни Тину, ни Кулька с Бондарем. У ментов мозгов не хватит. И где ж они? Боишься? Не боись, они пока сныкались. Раньше ночи к тебе не завалятся. Братан, ты дома? Отъехал. А предки? Завтра приедут. Фигня выходит, принцесса. Сечешь? Ведь замочат они тебя до завтра, без базара. Интересно, а тебя чего это так колышет, рыжий? Меня? А ты чего думаешь, принцесса? Все эти бирюльки жемчужные тебе Дед Мороз приносил? Так это ты мне дарил? Нет, Пушкин. Чего мне теперь делать? Не стремайся, принцесса. Старый ДК, знаешь? Где вокзал? Ага. Знаю. Сейчас топай туда. Справа, на втором окне, решетки нет. Оно открыто. Ты только толкни посильней. Поставь пару ящиков и дотянешься. Фонарь дома есть? Вроде есть.
Фонарь возьми, заползешь внутрь, и там на сцене люк есть. Он вообще без базара открывается. Закатывайся под сцену и сиди там. Жди, пока я не подвалю. А, шмотки возьми. Зачем? Тебе из города мотать надо. Здесь тебе рентгена по-любому достанут. Ладно, я погнал. Рыжий! Чё? Мне надо тебе сказать, потом что... Потом побазарим. Любой густой соус или крем можно украсить при подаче на стол. Для этого нужно два вида соусов контрастных цветов. Если у вас есть кондитерский мешок, воспользуйтесь им. Но сойдет и просто полиэтиленовый пакет, у которого аккуратно срезан угол. На соус нанесем круги, затем деревянной зубочисткой проводим линии. Можно это сделать так, а может по-другому, как вам подскажет ваше воображение. Не могу открыть. Кормлю его. Погоди маленько. Тетя Вера, пусть Лёха у вас до завтра побудет. Родители утром приедут. Ты чё, Юлька, аккуратно. Нам на море надо. Чайковский, там у нас сад. Сколько хочешь фруктов кушать. Осторожно. Вон люк. Там бабки не нужны. А здесь нужны. Без них не уедешь. Не высунешься. Рыжий обещался помочь. Какой рыжий? Наш, рентгеновский. Что у тебя с этим рыжим? А? Да ничего у меня с ним нету. Ты что наделала? А что? Я ее к себе домой везу, а у нее рыжий. Ты чего, он не такой, как другие. Ты думаешь? Угу, он нам просто поможет и все. Подставы не будет? Я же Абрейк. Котенка жалко, такой хороший был. Лапки белые. Не плачь, ему бы на море плохо было бы. Почему? Он к жаре не привык, потел бы, все время мучился, понимаешь? Понимаю. Принцесса! Тут-то я! Это кто? Рыжий, не надо, это ж Карен! Тот самый Абрек, которого кулек пас! Рыжий, он не такой, Карен самого ищет, ему тоже нужно уехать! С тобой? Со мной! С ней! Ладно, брат, давай без наездов. А куда свалить хотите? На море. Нормально, а я тут хавчик притаранил. Спасибо, Рыжий. Хавайте. Вам бабки нужны. Есть, короче, одна хата, где я ее давно пасу. Там бабок немерено.
Одному ее не поднять. Поможешь? Бабки пополам. Ну что, добазарились? А как мы туда залезем? Без базара, чуваки. На рынке один мужик посеял, а его потом до хаты довел. Тут недалеко, до поезда успеем. Классно, а во сколько поезд? На юг только один поезд, 12-часовой. Вы, небось, на Кавказ мылитесь? На Кавказ. А куда ж еще? Тогда до Харькова, а там пересадка. Пересядем? Я согласна. Ну погнали, времени в обрез. Через пару часов вернемся. Карен! Блин, одного ключа нет. Под сценой, наверное, посеял, когда тряс. Сейчас схожу. Помогу тебе. Там дел на 2 минуты. Я точно помню, где посеял. Верняк, жди здесь. Принцесса, Карен решил, что ты его реально на вокзале ждала. Без 15:12 указ. Сечешь? Секу. Только у меня часов нету. На! Рыжий! Чё? Ты классный, рыжий. Из базара. Блин! Что? Ничего, нашел. Принцесса сказала, чтобы мы ее на пустыре ждали. Около вокзала. Знаешь, где это? Конечно, мы с ней там уже встречались. Ха. Я тоже думаю, так реальней. Времени в обрез. Ей там вообще стрёмно. На 11:30 забились. Я часы ей свои оставил, чтоб не опоздала. Рыжий, плохо про тебя думал. Принцесса права была. Прости, братан. А, без базара. Погнали. Барахла штук на 10. Сдать не успеешь. Бабки нужно рыть. Где их тут нароешь? Я их чую. Вот бабки. Где? Сечешь, паркет поцарапанный. Шкаф часто двигают. Чего его так таскать? Помогай! А может, у них весь за шкаф упал? Без базара! Бабки там! Тяжелый, сука! У тебя не башка, а целая госдума. Без базара. Это на билеты. Остальное потом разделим. Срываемся. Стой, я сейчас. Зачем тебе барахло? Я сегодня никуда не отваливаю. Потом сдам. Ну, рыжий, госдума отдыхает. Двигаем. Открывай. Там 11:17. Раньше пришли, сейчас подойдет. Давай всё время не терять, я за билетами гоню. А ты принцессу жди. Я на вокзале буду. Домой через кассу или еще ваша какая. В общем, туда подваливайте. Разрешите, пропустите! Ты куда едешь, пацан? Очереди не видишь. Безобразие какое-то. У меня мамка больная, на излечение едем. Вот документ имеется, нам сегодня надо, а то мамка совсем доходит. Давай, проходи, мальчик. Дай вам здоровье, тетенька. Мы с мамой в Крым едем, нам 2, до Симферополя.
А у вас и рыжего есть? А я знаю. Посмотрите, а? Я свою дома оставила, а мне для одного человека очень надо. Звездной воды есть? Нет у нас никаких эрудий, не мешай работать. Отвисаете. Тухло. Голяк жратвой полный. А ты куда собрал? Шмотки тут обломились. Сейчас загоню и вам хавчиха прикуплю. Кулек, там твой брек на пустыре за вокзалом тусуется. По бырому надо, как бы не ушел. Теперь не уйдет. У меня сейчас стрелка. Я шмотки скину и вас догоню. Давай. Ну что, прошвырнемся? Ага. Мне Буратино. Буратино нет, Тюша, спей. Пару тусуетесь. Вы врубились, рентгены? Она из-за черножопого нас сдала. Типа любовь, морковь, все дела. Принцесса, позагорай в сторонке. Кулек с ней, мы с ней потом. Это ж мой брек, серый. Я ж их первый выпуск. Делай. А мы с Чуркистаном перетрем. Не ловишь, принцесса? Да она в отключке крызанулась. Ща включим. Прикол, принцесса. Вы чё, принцесса стрелять не будет? Буду! Я их убила? Дай мне! Брось нож, серый, ну! Она промазала, я не промажу! Лежать тихо! Пошли, принцесса, нам на поезд пора. Мы вместе уедем.
Он живой. Живой. Живой! Карен, вставай! Вставай! Не бойся! Ты же можешь! Ну давай попробуем! Шаг и все, повтора нету, по прошествии времен. Мы оставим землю эту, только ты и я вдвоем. Только ты и я вдвоем. И исчезнут страхи, муки, ты со мною полетишь. Край, где нет тоски и скуки, там ты музыку услышь, там ты музыку услышь. Там порой земные мгновения нас поманит давний свет. Но кто знает в возрождении удивительный секрет, удивительный секрет. Может быть, и в день известный на земле родимся вновь, чтобы в этот мир чудесный принести свою любовь, принести свою любовь. Все течет, повтора нету, по прошествии времен. Мы оставим землю эту, только ты и я вдвоем. Только ты, я вдвоем.